Всем привет! Вернулся уже назад. Насыпаем все послойно. Я думал, это последний день моих мучений, но оказалось, что нам еще надо здесь ливневочку копать. Короче, мы здесь дальше. Я не ожидал во вчерашний день вышло, что я видео наснимал на две серии. В общем, погнали. Приятного вам просмотра. Кто не подписался, подписываемся. Кто не поставил лайк, ставим лайк. Всем хорошего дня и настроения.
глубина? Бля, ну где-то 1.20 метра. Мы все равно керамик надоешь, будем ломать. До 200 метров. Оп! Уходи. Дерьмово так копать, я ничего не вижу, что там происходит. Что-то не видно. Потому что стрела все перегораждает. Да, вперед, вперед, вперед. Где же это? Это фунфурик. Это такие пробнички были в советское время. Ликерчики все. Это в какое время? Когда еще Дзержинский был живой?
там пускай сломают, я тебя тут сто вниз поставлю. Высоту. На лото. Керамику отдельно ставите, да? Ломать ее полностью? Да, да, поламу. Я знаю, почему он такой злой, потому что у него велосипеда нету. Если сразу добрить бы. У меня был такой велосипед. Еще старый-старый. Я его сделал, блядь. Ну, и детям, блядь. Я говорю, ну нахуй, ну. А дети купили себе, а у меня такой раритетный, он, блядь, старый ведь. И дети выставили ее на СС-ку за 150 евро купили. Молоток, по-моему, где? Вот так. А, вот, вот. Кого тебе? Молоток? Вот. И? А купили его, в Елгаве открыли кафе, угу. И для дизайна. А, жизнь эти две моя. Знаешь, какой Янчик велосипед был? Это когда вот то здоровое колесо большое, а заднее маленькое. Да, я забыл, как они называли. Давай, маленький. Колесо.
Заднее колесо не дотягивает до твоего штыря? Заднее колесо не наедет? Блин, хреново.
Чтобы вообще сюда под стенку идет. Она, может быть, и гульнула. А, она идет, шла так, потом гульнула по прямой, там и квадратный пулят. Так и идем. Что там по колесу? Я уже переживать начал. Охуенно, охуенно. Охуенно сейчас наеду, да? Это самое, слышишь? Когда выломаешь, то же самое туда же. Продажа, кувалькота и пешеная там. Ну ты понял? Нет. Кубик там. Сейчас, секунду, и продолжим. Игорь, помнишь, ты за этого майора рассказывал? До начала всей этой херни... до начала всей этой херни я работал на карьере. Так там вот был инженер карьера. Вот он на карьере уже 50 лет. Говно такое редкостное. Ну, ужас, его никто не любил. Ну и решили построить на карьере новую линию. Там был горно-дробильный, короче, гранит. Да, гранит добывали, дробили его там, щебень делали, кучу всего. Ну и, короче, договор был с турецкой компанией. Приезжает эта турецкая компания, они эту линию, короче, собирают. И делегация, владельцы этого карьера, ему дают план такие, вот, типа, смотрите, вот так все будет выглядеть, вот здесь поставим. Он стоит такой, да, вот так. И один из этих из турков такой на него, знаешь, стоит и смотрит. Стоит, смотрит. Потом в какой-то момент подходит к нему, берет вот так план и переворачивает вверх ногами. И все как начали смеяться. Ты не представляешь. Все, кто из рабочих смеялся, до единого были уволены. Были уволены, да? Да, были уволены. Ты что, с него смеялись, блядь? А он план вверх ногами держит. Да, конечно, блядь, вот так будет. А, пидор. Фу, блядь. Да. Вот видишь, она как-то прям колодец здесь. Она поворачивает, она прямо опять. Вот тут, да. Держи. Вот. Леха, у тебя кровать забирают. Вот,
чтобы не торчал, а я положу. А что вы делаете? А как он выйдет там живет? Надо это подпирать, чтобы ломать. Я думал на нее поставить. Я понял. Она у меня лоток тебе будет. Я просто зачистить все. Мы ж новую будем ставить. Ну да, да, да. Ломаем. Короче, я отъезжаю, ломаю ее, да? Сейчас подбери, чтобы я дырочку увидел. И мы так цепи, и ты ее выйдешь. Да вон ухо есть. Дай ухо с тем. Дай. Оп, вытягивай. Еще разок. Такая коробка.
Давай, да. А, ну давай туда. Дядя Игорь, чтоб по голове не дало. А еще давай сделаем. Эту не перекинь на ту сторону. Головы, ямка, голова, вот голова, голова. Галва, ё-моё. Галва. Это по-латышски задница, да? Давай, давай, закручивай, закручивай. Давай я телескоп выдвину, опущу. Был еще один нуникум. Сын большого начальника на вагоноремонтном заводе. И вагоны есть, да, ну я не знаю, знаешь, не знаешь, вот полувагоны, да, вагоны у него открытый верх-то там, ну, я понял. Везут в нем уголь часто и прочее. И вот представляют новый вагон, телевидение и прочее, и там рассказывают, вот наш новый полувагон. И этот сын начальника стоит такой, а он тоже там какой-то хрен. А-а-а. Говорит, а чё полувагон, чё вы цельный не сделали? Ну понимаешь, это название вагона, вот он специалист. Полувагон. Такие повсеместно. Вы сейчас как во всех интересных фильмах пытаетесь ему подлиннее что-то, рулетку придвинуть. Сосочку? Это же колодец. Давай трубу кладем. Давай. А что как-то как будто уклон вниз идет. Бля, ну тебе кажется, но Толик потом может подсыпать. А, тут, наверное, резина, бля. И зато не кажется. Здесь ниже чуть-чуть. Ладно, давай. Что будет?
я выезжаю в сторону базы. Завтра на аварийку в какое-то там Кукуево. Там тоже что-то, замена 150-й напорной трубы. Не замена, а прорвало. Тоже еще будет геморройщина. Но ничего. Благо, эта работа есть. Из новостей поменяли сегодня мне аккумулятор. Не знаю, конечно, что оно прям мне сильно даст. Но если от него будет хоть какой-нибудь эффект, будет уже довольно-таки неплохо. Ну а там вот куда ты едешь, а? Я вас не понимаю. Вот тоже вот не знаю, ну сколько вам видно. Вот стоит машинка. Ну вот, вот мой, моя ширина проезда. Все. Бах, я ее зацепил. Опять же колесами по бордюру еду. Вот я понимаю, за что вот ему можно выписать штраф. Больная тема. А мне написали штраф, потому что какая-то говнотесса или говноел позвонил. Фу, блядь, не могу, все равно бесит. Не могу эту ситуацию отпустить. Прям задело меня за живое и все, хочу бить. Ну, вот тоже очередные клоуны. Зеркало ж так там запищат, зальются говном насмерть. Поменяли аккум. У меня скоро ТО будет. Начало руль скрипеть. Замена подшипников, замена задних стоек.
начался, господи, не могу выразить мысль по-человечески, начал выеживаться. Машину открывают хорошо, а закрывают дерьмово, там через пятый раз. Нужно либо подпаять какой-то там контакт, или же вообще переделать его на новый лад. Я уже 250 евро скинул. Это такая цена запчастей. Некоторые личности мне написали, что ну понятно, колокол, свечи за 100 евро. Не может быть. У меня машина такая же, как и у тебя, и я отдал там 38, если не ошибаюсь, было написано. Уважаемые, я не имею ни против кого, ничего против. Не нужно мне писать всякого рода разные гадости. Ведь вы же не спросили, какие я свечи буду ставить, да? Я ставлю самые адекватные для моего движка. Я ставлю, чтобы они были нормальные и ходили. Чтобы я вообще не касался этой темы. 4 свечи вместе с заменой. Обошлось мне 100 евро. Не нужно мне писать гадости. Я не хочу никого обижать. Так что еще начало, кстати, слева, впереди крепить колодки, не знаю, может она подржавела. Ну, в общем, тоже надо посмотреть. Я не знаю, сколько мне заработано. Этой машиной, и за все время она мне по сути не делала мод сильно. Единственное, что я летом, когда ездил в отпуск, то перед отпуском я поменял переднюю правую и заднюю правую ступицы. Потому что здесь подшипники не продаются. Ну или не захотел мастер менять. Вот. Потому ступицы с подшипниками уже в сборе продавались. А уже потом у меня в дороге передняя левая ступица сказала пока. Причем, что я ехал с Праги. С Праги в Вену ехал. Но ступица сказала до свидания. Причем уже колесо начало греться так ужасно. Еще плюс колодки. Короче, прижимались. В общем, колесо грелось очень сильно, ступица пошла по звезде, и мне пришлось в Вену не ехать, я поехал к родственникам в Польшу, и Катовице, под Катовице, поменял уже себе переднюю левую ступицу, уже когда вернулся назад в Латвию, то и заднюю поменял уже все и закрыл эту тему. Ну и вместе с работой я скинул 500 евро. Ну плюс замена масла. Но это единственное, что было за долгое время. А так
машина довольно-таки себя адекватно ведет. Естественно, все эти латышские дороги, особенно не латышские, а рижские, дороги уровень дерьма, просто дороги ужас. Вне Риги есть довольно-таки пристойные дороги, по которым нормально можно ездить, но в Риге это сущий ад. В большей части это не дорога, а яма сплошная. И подвеска в этих ямах остается на ура. Поэтому техобслуживание машины, машина где-то раз в полгода 100% загоняется на ремонт. Даже по мелочи, но мелочи, как всегда, не мелочи. Каких-то 100-200 евро, которых, как всегда, не хватает, или их нету, или они мне для чего-то нужны. В общем, все как всегда. Да, тут на красно развалили здание. Буквально в субботу я ехал, оно было. Офигеть, меры безопасности, каски. Не раз уже по башке прилетало и камнями, и лучше не выеживаться, надеть каску. Да, противно, она падает постоянно, но на 1001 раз она поможет избежать вам дырки в башке. Рабочая обувь тоже всегда должна быть. Я как в тракторе, так я в кроссовках, то когда выхожу, всегда надеваю ботинки с металлическим носком. Я однажды шел, перецепился и ногой в ботинках в рабочих уперся в какой-то штырь. Так вот, если бы я был бы в кроссовках, то приблизительно сантиметров бы 5 мне бы ногу проткнуло на всю ее длину из ступни. А так, из-за того, что рабочая обувь была, она просто в резине застряла. Так что будьте осторожны. Все же вон скорая стоит, что-то у ребят случилось. Здесь тоже уже разрылись, а движухи поменьше стало.
вот кейс стоит фронтальник. Не знаю, какая модель, мне не видно. Но почему-то он мне кажется таким уродцем, не знаю. Может, он мега надежный и супер крутой трактор, но не знаю, противный. На вид противный даже.